Вот сегодня я нахожусь на ярмарке. И какие-то не... Петлюра. Вы видели раньше? Скажите, пожалуйста, что это такое? Это маклюра, адамовое яблоко. Адамовое яблоко. Да. От чего это? Для чего? Это идет ревматоидный артрит, поясничные боли, отложение солей, усталость ног, отечность ног, судороги, артриты, полиартриты, ревматоидный артрит. Очень хорошо лечит суставы. Настаивается от 2 месяцев до полугода, до года. Самое хорошо настойка идет 6-месячная настойка. Растирается и делаются мази из этой маклюры. Мази и настойки. Ну, надо заваривать, я понял его, да? Или что? Как? Заваривать надо? Нет, ее наставить на спирте настаивать. 70 градусов. На спирте? Да, 70 еще градусов. Спирт нужен для этого, да? Да, обязательно. Или на водке, но самая лучшая настойка это на спирту, 70 градусов. А где оно растет? На границе с Осетией, Кабарда и Осетия. Только здесь, да? Нет, еще в Крыму растет. Еще в Крыму растет, да? То есть на границе Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, да? Там растет эта маклюра. Плоды очень большие, одного большого плода хватает на 2 баночки 700-граммовые. А вкус какой, сладкий или кислый? Нет, она не кушается, ее нельзя кушать. То есть никак нельзя? Нет, она только используется для наружного и внутреннего настоечки. Делаются вот такие, это год настоечки. Это настоечка у вас, да? Да, это настоечка. А почем это все это дело? Это 500, а это большая штучка 150 рублей. Штука, это уже год, да? Настоян, да. Штука 150, баночка 500. Так, я покажу, значит, химический состав здесь, плоды. Она при онкологии настойка пьется. Как? Вены, суставы лечит. В общем, кому интересно сюда, вас как зовут? Света меня зовут. Света. Травница. Травница, да. Света Травница. Да, спасибо. Вот мы все, ну уже все. Да, прямо на входе здесь, на ярмарке. Да, прямо на входе. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания.